Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор заказа Avon по 16 каталогу. Он такой большой, классный, коробка просто набита доверху, давайте скорее ее распаковывать и вместе с вами смотреть. Все вы видели, точнее, может быть, кто-то не все, мое видео про призы-сюрпризы, про коды, но меня компания не обманула, мне пришел Farway Gold. Вот коробочка в объеме 50 миллилитров и шампунь. Знаю, девчонкам заменили на бальзамы для рук, на спреи, и уже шампуни где-то позаканчивались. Я еще никогда не пробовала этот шампунь, буду тестировать, мне очень интересно. Подарок у нас стоил 50 рублей каждый, то есть духи 50, шампунь 50. Это у нас максимальный объем шампунь для тонких волос без утяжеления. Очень интересно будет его потестировать. Пахнет, кстати, здорово. Мне все уже вокруг пахнет ароматом Farway Gold. Кстати, аромат прикольный. Он очень похож на классический. Вот прям очень. Но есть какая-то, знаете, кислиночка, что ли, еще в нем небольшая. Аромат узнаваемый, узнаваемый до боли, просто еще со школьных времен, потому что, ну, очень он похож на классический. Но он классный. Он здоровский, он сладкий. И поэтому с удовольствием буду пользоваться. А может быть, кому-то подарю. Хороший подарок, красивый, кому понравится, потому что ароматов от Avon у меня уже очень много. Компания щедра на подарки. Третьим призом, кстати, шел по порядку, да, если заказывать на первую 1000, на вторую, на третью. Спрей вот такой вот, тоже объемный, максимальный объем с коллагеном. Но я не стала себе выбивать третий приз. Я купила его отдельно с 99 рублей по фокусу, ну как-то так выгоднее. Потому что тоже очень интересно его попробовать, действительно ли он придает объем волосам. Девчонки, кто пользовался, напишите. Пахнет классно тоже. Сладенькая парфюмерная композиция. Девчонки, напишите, пожалуйста, кто пользовался, не пушит ли он волосы, действительно придает объем. Буду тестировать и тоже потом с вами позже уже в пустых, может быть, баночках отзывом поделюсь. Классный набор Kitchen Magic для кухни. Вы уже могли видеть у меня такой в обзорах. У меня девочки ждали тоже такой как бы наборчик. И вот он появился в 16-м каталоге у нас. По-моему, в брошюре, в такой, знаете, большой квадратный глянцевый, где у нас подарочки к Новому году. Вот там он стоил 400 рублей по этой брошюре, но на него, по-моему, и не было больше скидки. Я покупала его за 300 с чем-то, и вообще он мне обошелся за 280, потому что он был в каталоге. Смотрите, как все запаковано хорошо. Я с большим удовольствием пользуюсь вот этой, как бы, скажем так, кухонной утварью. Это удобно на самом деле. Здесь у нас в комплекте идет вот такая красивая чаша. Так, объемом, наверное, она 500 мл. С носиком, с ручкой, прорезиненные ножки. И в комплект входит также здесь крышечка. Крышечка уже такой мягкий пластик. Это все сделано добротно. Это твердый пластик. Очень качественный. Мне прям понравилось. Так, у нас здесь держатель для овощей. Вот к нему я, кстати, так и не приспособилась и не понимаю, как он может держать овощи. Смотрите, как он выглядит. Вот, вот так, как им можно, ну, держать овощи, когда трешь, у меня выскальзывали почему-то. Дальше у нас здесь вот такая насадочка, которая нам нужна, чтобы ставить вторую. Это у нас может быть вот таким образом отсекатель желтка от белка. А когда мы ее переворачиваем кверху, да, это у нас получается соковыжималка для цитрусовых. Очень классная, которая выжимает прям до конца большое количество сока. Вообще супер. Также у нас в комплекте... Доставать, кстати, вот эти штучки очень удобно. В каждой есть дырочка для пальчика. Терка вот такая. Вставляем. Вот как это все выглядит, да? Пальчиком достаем. И шинковка вот такая. Вставляем. Вот так это все выглядит. Натерли, нашинковали овощи, и можно закрыть вот этот контейнер, вот этой пластиковой крышечкой, и будет у вас все красиво, аккуратненько стоять в холодильнике. Поэтому вещь на самом деле классная, очень удобная, за такие деньги прям вот супер. Девчонки, в очень интересные пробники эссенции приходят, как крема. Смотрите, как они выглядят. Я думала, это будет немножко по-другому, честно говоря. Но давайте сейчас вскроем и попробуем потестить. Так,
первая у нас эссенция для нее, а вторая для него. А, нет, обе для нее. А где же название-то? Today, Tomorrow, Always. Так вот, первая нашла. Тут название вот прям на крышечке, если сумеете прочитать, а нигде крупно не написано. Так, и как нам ее вскрывать? Ну, попробуем вот так отрезать ножницами и выдавить. Вот, пошла. Ой, вы знаете, она такая гелеобразная. Такая прям, ну, густенькая, не как водичка, видите? Капелька не стекает даже. Запах классный. Запах классный, вообще просто супер. И я уверена уже, что он будет очень стойким. Это действительно такая гелевая текстура. Девчонки, нанесла на запястье. Запах потрясающий, мне очень нравится. Я не знаю, как пахнет эта вода в классическом исполнении. Так, дальше у нас идет Attraction. Отрезаем. Попробуем на другую руку. Так. Сейчас я вам покажу, как это дело выдавливается все. Вот, видите, капелька, она даже не стекает. Это действительно очень густая консистенция. Прям густая-густая. Но тоже здорово. Attraction у меня классический, есть женский. Ой, тоже классно пахнет. Вы знаете, прям, мне кажется, отличается. У меня есть в малышке он. Он мне не зашел, а этот прям нравится. Ну, супер, девчонки, берите пробники, пробуйте. Консистенцию я вам рассказала. Она довольно густая, такая густая, гелевая. И даже непрозрачная, не совсем прозрачная, вы видели, да? Пахнет супер. Мне больше понравилась вот первая, которая у нас Today, Always, Tomorrow, да? Здесь чувствуются нотки, правда, и Today. А мне не очень нравится этот аромат ландыша. Но вкупе. И, кстати, раскрывается она Today. Вот сейчас я нюхаю. Это прям вот раскрывается именно в Today. Вот этот вот ландыш яркий. Мне не очень нравится ландыш. Мне вначале нотки нравились больше. А это прям вот классический Today один чувствую. Ладно, девчонки, поехали дальше. Не могла пройти мимо акции. Много у меня будет здесь парфюмов, потому что нам нужно было для приза сюрприза с определенных страниц заказать. Это у нас Incandescence 30 мл. Я очень люблю этот аромат. Второй взяла маме, потому что она тоже от него в восторге. Мне нравится шлейф его. Ну, в общем, обожаю. Кстати, Faraway в подарок пришла в слюде. Имейте в виду, а вот Incandescence у нас 30 мл без слюды. Вот такой красивый флакончик. Ну, я люблю этот аромат, девчонки, люблю очень. Он потрясающий. Я просто вот, он даже остается на одежде, он настолько стойкий, что после стирки, даже после стирки остается на одежде этот аромат. Очень люблю его, довольна, что по очень привлекательной цене купила вот эти вот малышки, пусть будет. Целых 3 водички у меня в заказе Xerious. Она прям, мне кажется, популярна среди мужского пола. Многие ее очень любят. Одну заказал у меня супруг. Я дала ему понюхать каталог. И из всего ассортимента, как бы в цене не ограничила. Из страниц, которые пахли, он выбрал именно эту воду. Вот. И 2 штучки у меня заказали девочки. Тоже понюхали странички. Им очень понравилась цена. Наипривлекательнейшая тоже. 50 мл. За 200 с чем-то рублей. Ну, супер. Мне аромат понравился. Мы уже потестили, супругу тоже. Поэтому очень хороший бюджетный вариант вкусной, довольно стойкой водички. Вот такой ароматик у меня тоже на заказ. Это Avon Musk Fresh, зелененький. В комплекте за 400 с чем-то рублей была эта водичка. Здесь 75, кстати, миллилитров. Я не представляю, чем она пахнет. Как бы открывать не буду. И вместе с дезодорантом очень выгодная цена. Faraway, да, Faraway Glamour идет в слюде, тоже на заказ у меня. Мне понравился безумно этот аромат, гораздо больше, чем тот, который пришел в подарочек, Gold. Классный аромат, по крайней мере, со страниц каталога. И девочки, смотрела отзывы, все пишут, очень нравится им именно вот эта водичка. Гели для душа. У меня на этот раз целый арсенал, потому что тоже гели для душа у нас входили именно в те странички, за которые нам дарили приз-сюрприз. Первый – это 2 в одном «Энергия океана» 500 мл. Классно пахнет. Причем сладенькая такая «Энергия океана». Сладковатый, с нотками свежести аромат.
Цитрусы еще здесь чувствую. Почему-то цитрусы. Да, грейпфрут. Чувствую здесь грейпфрут. Второй. Это шампунь и гель для душа 2 в одном с дезодорирующим эффектом. Это, кстати, у нас был такой набор подарочный, тоже с дезодорирующим вот этот эффектом. Они два вместе шли, по-моему, за 270 рублей по цене каталога, если купишь два. Два наборчика там было на выбор. Так, второй. Понюхаем. И тут чувствую грейпфрут. Но немножечко такой, вы знаете, терпкий. Там прям вот сладость, грейпфрут, а здесь грейпфрут и действительно может быть, ну, кедр. Не знаю, как пахнет кедр. Вот, классные, классные, пахнут здорово вообще, супер. Так, еще один на заказ. Это драгоценные масла линейка Senses 250 миллилитров. Ну, мне не нравится, он пахнет ванилью. Это у нас с сандаловым маслом идет. Он пахнет ванилью. Я не люблю этот запах. Мне напоминает он ароматизаторы в машине, от которых жутко укачивает и тошнит. Это не мой, это на заказ. Целых два геля для душа у меня было. Но один я уже вчера подарила. Праздничные пожелания, ликующее зимнее яблоко. Мне понравился этот аромат со страниц каталога, потому что он пах корицей. Он действительно пахнет яблоком и корицей. Знаете, такой шарлоткой с корицей. Очень классный аромат, супер. Девчонки, на зиму берите. Хороший аромат, зимний, теплый, такой согревающий. Еще из гелей для душа вот такой симпатичный подарочный вариант. Это праздничный Астролист. Пена для ванны, гель для душа. Мне самой понравился этот аромат со страничек. Да, он у нас пахнет в 16-м каталоге. И дочь тоже себе выбрала вот такую вот симпатяшку. Обычная, смотрите, крышечка. И пахнет действительно сливкой. Классно пахнет. Сливовым компотом. Здорово. Она, кстати, довольно густая. Прям густая-густая и зеленого цвета. Прям такого насыщенного зеленого цвета. Ну, будем пользоваться, посмотрим. Надеюсь, что аллергии не будет. Классно презентовать такой вот наборчик кому-то. Из двух можно таких вот гелей, пен. Ну, супер. Симпатичненько смотрится, пахнет здорово. Еще в моем заказике вот такой вот тату-лайнер для бровей. От Марк, в оттеночке, по-моему, браун, если я не ошибаюсь, девчонки. Так, медиум браун, вот в таком, тоже не могу вам показать, сейчас, конечно, вскрою, если там ничего не запечатано, потому что это на заказ. Нет, я не покажу вам здесь, видите, какая кисточка. Мне с Алиэкспресс подобные вещи приходили, но она приходила мне сухая, поэтому я пока не рискую брать. Не очень мне понравилось, как рисует. На колпачке вот такой цвет. Надеюсь, что не будет рыжить, и тому, кто его заказал, понравится. Со страниц, девчонки, за которые нам тоже дарили приз-сюрприз, я взяла вот такой набор антивозрастной, так, Avon Kea. Здесь у нас молодость актив, дневной крем, ночной, нет, дневной крем, маска для лица концентрированная и крем для рук. У меня, кстати, есть такой крем для рук, очень классный, мне очень нравится, он питательный, для тех, у кого сухие ручки, подойдет идеально. Давайте с вами посмотрим, я купила маме, поэтому мы можем посмотреть на маску. Здесь ничего не запечатано. И походу не зафольгировано. Да, не зафольгировано. Маска похожа, девчонки, на глиняную. Она такая плотная, слегка такая сероватого цвета, похож на глину. Давайте попробуем нанести. Да, прям похож на глину. Смотрите, какое плотное нанесение. Запах у линейки классный, мне очень нравится, каким-то парфюмом. Она у нас смываемая же, да. Оставьте на 15 минут, тщательно смойте водой. Такая, похож на глиняную, но так как это молодость актив, я надеюсь, она не будет сушить кожу, написано с коллагеном и эластином, вот так она выглядит, по нанесению прям похож на глиняную, девчонки. Об эффекте потом, конечно, спрошу у мамы, вам обязательно расскажу. Девчонки, еще у меня в заказе вот такая умывалка, по-моему, это по Фокусу опять или по Аутлету, я не помню, это Планет Спа. Восстанавливающее, сейчас прочитаю, восстанавливающее очищающее средство для лица сокровища пустыни. Я такое уже брала, цена была бюджетная, и оно очень деликатно, как умывалочка, подойдет тем, у кого сухая или нормальная кожа. Я отдала ее тоже маме, потому что у меня кожа комбинированная, и как-то мне вот она здесь достаточно много масел в составе, слегка вот перенапитывала мою кожу. Поэтому вот мне она не подошла, но тем, у кого сухая,
сухая кожа, заказывайте как умывашка на утреннее, на вечернее применение. Очень подойдет. Частичек мало, они деликатные, без острых краев, такие кругленькие. И сама консистенция действительно такая кремовая, масляная, что ли. Я вам покажу сейчас. Вот так выглядит. Распределяется, прям растворяется на вашей коже, да? И вот видите, как блестит. Действительно, вот прям такая масляная-масляная консистенция. Частичек очень мало, насколько вы видите. Они маленькие и не травмирующие кожу. Поэтому можно и чувствительной коже попробовать. Очень неплохое средство. Еще у меня в заказике, тоже на заказ, из линейки Color Trend матовая губная помада. Я еще не пробовала, девчонки. Здесь у нас цвет, мы даже с вами, ну, сквозь прозрачную вот эту штуку очень плохо видно. Это какой-то кофейный такой вот коричневый цвет. Распечатать, к сожалению, тоже не могу, было бы интересно. Потому что помады в линейке Color Trend матовые довольно бюджетные. Кто пробовал, напишите, как вам. Сыворотка для сухих кончиков волос. Тоже на заказ. У меня сияние день за днем. У меня есть из этой линейки другая сыворотка. Мне очень нравятся сыворотки Avon безумно. Они масляные. Они ну, не то, что восстанавливают. Возможно, там большое количество силиконов. Я не вдавалась в состав. Но, тем не менее, когда вы наносите на кончики, они становятся живыми, блестящими. Сыворотки у Avon супер. Девчонки, как и говорила, заказала себе спрей «Праздничные пожелания. Сияющие феи. Сахарный слив». Лосьон спрей для тела «Мгновенная свежесть». Вот так он выглядит. Сейчас попробуем с вами аромат потестить. Но со страниц мне он очень понравился. Распыляет-то как хорошо, кстати. Ой, спирт в нос ударил. Прям вот спирт сначала, если честно. Пахнет классно. Когда выветривается спирт, пахнет здорово. Сладенько, и вы знаете, с какой-то парфюмерной даже композицией. Не то, что от вас прям будет пахнуть сливой, нет. Очень интересный аромат, довольно дорогой, бы я сказала, который действительно отдает сливы, но есть какой-то туалетной воды отдушки. Классно, здорово пахнет. Я не пожалела, что взяла именно этот спрей, пахнет действительно здорово. Но спирт здесь есть для тех, кому это важно, потому что прям ударил в нос. Люблю маски-пленки и решила на этот раз взять не ту, которая мне очень нравится с икрой, а попробовать другую. Это Мария Греции, Планет Спа. У нас маски там по привлекательной очень цене, в 16-м каталоге 115 рублей, ну супер. С экстрактом водорослей, разглаживающая маска-пленка для лица. Девчонки, я еще ее не тестила, но очень хочется, потому что маски-пленки обожаю. Красивый флакончик, вообще Планет Спа, мне кажется, они... практически все хорошие. Текстура. Ой, тут что-то есть. Какие-то хлопья. Сама она прозрачная, гелевая. Но видите, какие-то, если вам видно, хлопья. Сейчас разнесу по руке. Серые. Такие серо-коричневые какие-то кусочки. Очень интересно на самом деле. Видите? Что это такое у нас? Водоросли, наверное, я так полагаю. Кстати, да, возможно, это ламинария в небольшом количестве. Маска, кстати, пахнет действительно водорослями. Такой запах весьма специфический, но не отталкивающий. Она пахнет какими-то растениями, действительно водорослями. Чем-то таким. Легкая кислиночка есть. Сейчас она на руке побудет, и в конце заказика мы с вами ее снимем, посмотрим на эффект. Девчонки, а здесь у меня должно быть тоже на заказ. Если получится, с вами аккуратненько открыть, показать вам. Так, бижутерия. Набор. Да, получается открыть, аккуратно показать. Это у нас знаки зодиака. Рыбы. Здесь сережки-гвоздики в виде звездочек. Видите? И посередине камешек. И рыбы с камешками тоже. Рыбка причем держит звездочку. Такая же звездочка вот здесь плохо, наверное, отсвечивает, да? Такая же, эту упаковочку я уже вам не вскрою, не покажу. Такая же на рыбке есть звездочка с камешком, и на самой рыбке тоже есть камешки. Но симпатичный такой наборчик. Очень симпатичный, милый, аккуратненький. У сережек хорошие заглушки.
бижутерию. Avon вообще, слышала, многие девчонки хвалят. Здесь, кстати, написано, с какого по какой день у нас знак зодиака рыбы. Длина цепочки очень интересно здесь не написано, но я вижу, что есть уже запасик. Да, замочек стандартный, красиво, вы знаете, очень даже миленько, мне прям понравилось, надо присмотреть и себе. Еще взяла себе, девчонки, наборчик, это у нас Инью, маска, по-моему, ночная, нигде ничего по-русски не вижу, да, по-русски нигде ничего нет, и даже бумажку не приклеили никакую, вот так она выглядит. Она у нас шла в наборе с малышкой алюмината. Мне очень интересно было этот аромат потестить. Вот такой наборчик, по-моему, стоил 600 с чем-то рублей. Мне очень интересен уход от Avon, потому что пока никак с Faberlic'а на него не перейду, чтобы протестировать, спрашивала девчонок, многие пишут, что уход от Faberlic гораздо лучше. Но мне все-таки интересно, маска такая классная. Защита и восстановление, ночная маска для лица, вот здесь написано. Красивый стеклянный, тяжеленный такой флакончик, красивая крышечка. Пахнет-то как здорово. Так, как нам ее открыть? Здесь у нас пластиковая крышка. Здорово пахнет, но нейтральный запах без ярко выраженной отдушки. И я так понимаю, здесь у нас вот такие вот вкрапления, которые беленькие, должны растворяться, да? Вот, видите, белые эти такие кружочки. Гелевая текстура, действительно, отдушка практически, ну вот, незаметна. Да, при нанесении эти беленькие кружочки растворяются на коже, лопаются, я так понимаю. Здорово вообще. Текстура довольно легкая, но чувствую, что она будет хорошо увлажнять. Жирного блеска оставлять не будет, я уже это вижу. Довольно питательная, чувствую сразу напитанность. Вот как выглядит ручка. Видите, никакого жирного блеска. Распределяется хорошо, лопаются эти частички. Вообще очень здорово, кстати. Ну, классно. Буду тестировать на лицо. Обязательно вам оставлю отзыв. Баночка не очень большая, поэтому, думаю, закончится она у меня в ближайшем будущем. И аромат люмината. Что же у нас по аромату? Вот так выглядит флакончик. С серебряной, кстати, крышечкой. Сладкий аромат. Однозначно, это было понятно, потому что тюбик розовый и запах классный, мне нравится. Мне вообще, я раньше не любила сладкие ароматы, но в Avon'е мне нравятся все практически. Очень интересный аромат. Есть какие-то нотки терпкости. Но это, возможно, поначалу. Послушаем шлейф. Сладенький, мне кажется, фруктово-цитрусовый. И цветочные нотки есть. Но я чувствую цитрусовый. Но я, девчонки, плохо описываю аромат, поэтому лучше, конечно, брать пробники. Вообще мне нравится в целом. Вот, вот сейчас цитрус чувствуется прям отчетливо после небольшого выветривания. Но аромат красивый, красивый, очень красивый. Мне понравился. Девчонки, берите малышки или пробники, пробуйте, носите аромат на себе, потому что на каждой коже он раскрывается абсолютно по-разному. Надо все пробовать. Ну и буклетики остались. Вроде все, да, коробочка у меня пустая. Опять мне вложили... Так, вот эту... А, нет, другая, наверное. Предложение действует с 3 декабря. Да, новая, смотрите, распродажа какая-то. Красивый такой буклетик, тоже двухсторонний. Потом фокус. И аутлет, наверное. Да, аутлет. И каталог. Каталог интересный. Очень интересно, смотрите, какой. И здесь сзади тоже каталог помялся. Оп. Здорово, обязательно посмотрим с вами каталог. Девчонки, кстати, напишите, в каком формате вам удобнее смотреть видео про каталог. Когда я вещаю, или показывать вам только, отснимать сам каталог, интересные из него моменты, без меня в кадре. Напишите, пожалуйста, буду очень вам признательна. Ну, а на этом все. Вот такой у меня большой, интересный заказ получился. Призы супер, всем довольна. Буду пробовать, тестировать, делиться с вами отзывами. Вы тоже делитесь, пожалуйста, своими отзывами, пишите в комментариях. Если это видео было для вас полезно, ставьте обязательно лайк. Маска, кстати, еще не засохла, поэтому будем заканчивать, а маски потом.
Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.